Всем-всем здравствуйте! А малышам сегодня исполнился месяц. Ровно месяц вот этим вот красавцам маленьким. Красавец и красавцев. Вот он ходит, Милуську кусает. Что тут за красавец маленький? И красавица. Хвост какой, какой хвост. А этот маленький нападенец уже на всех нападает. Тебе, понимаешь, еще только месяц, а ты такой зараваш уже. Ты такой милаша зараваш. Ой, какая серьезная собака. Ой, какой зверь-то, зверь, прямо зверь. Прямо зверь. А тут кто лежит, балдеет. Говорит, гладь меня, мне нравится балдеть. Да, вот так вот. Лялька хотела поцеловать ее, говорит, не трогай ее, не трогай. Ой, да. Вы понимаете, это не ваш ребенок, это Донечкин ребенок. Фиюшка защищает. А этот побежал куда-то по делам. По делам. А кто у нас родил? Кто у нас сегодня маленькая? Мама именинников маленьких. Да, твоим деткам сегодня месяц. Целый месяц, ты представляешь, Донечка. Это же уже серьезные собаки настоящие. Вы посмотрите на эту мордочку взрослую. Целый месяц, девчонки. И мальчишки месяц, да. Давай тебя покажем во всей красе. Да подожди ты, да подожди ты. Кому сегодня месяц? Да, тебе. Праздник сегодня у тебя. Подарки надо дарить сегодня, да? И целовать, и обнимать, и миловать. Обязательно. Это мы обязательно сделаем. Да? Донечка, Донечка. Ой, тебя проудонила девочка. Те батюшки маленькие такие. Напрудонила чуть-чуть. Скажи, да, я пока маленькая, я еще пока ничего не понимаю, где можно прудонить, а где нельзя прудонить. Да? Скажи, я же еще малышка. Так что вот так мы растем, крепнем. Все хорошо, да? Маленькая, забавная зверушка такая. Нам мы всем желаем хорошего настроения и замечательного, замечательного дня.